Но надо еще понимать следующее, что для людей, которые находятся в тризическом движении, одна из первых обобщенных категорий, которая помогает вырабатывать отношение к человеку, да, то есть как вот русская пословица «встречают по одежке», то первый вопрос у трезвенников, да, употребляете вы алкоголь или нет. То есть для них есть две категории, ну прежде всего, да, первичное распознавание. Если человек употребляет алкоголь, значит он находится в плену алкогольных иллюзий, значит его мозг не работает нормально, он пребывает в состоянии алкогольного психоза, и адекватным этот человек не может быть по определению.